Жалобы об отсутствии лекарств против ковида и не только посыпались как снег. Скользкую ситуацию контролирует региональный Минздрав. Городские склады пополнились новыми партиями с препаратами для пациентов с разными степенями заболевания. Специалисты не скрывают, дефицит лекарств есть. Наиболее дефицитные товары, которые в последнее время у всех на слуху, это препараты из группы антикоагулянтов, это препараты клексанов, фраксипарина, эниксум, это препараты гормонального ряда, дексаметазон, преднизолон. Препараты антикоагулянты, они стали поступать, первая партия пришла. К сожалению, сохраняется дефицит препаратов гормонального ряда. Это проблема, в общем-то, общероссийская проблема. Это проблема как госпитального сектора, так и сектора розничной аптечной сети. Дефицит и дороговизна – сложности сегодняшнего дня. Некоторые препараты дорожают в 5 раз. Региональные власти взяли ценовую политику по лекарствам на дополнительный контроль. Сформировали обращение к правительству РФ и Федеральной антимонопольной службе. Ситуацию начинают поэтапно стабилизировать.